Здравствуй, наш дорогой зритель! В эфире международная компания REST Property. Мы являемся застройщиком и лучшим агентством по продаже недвижимости в Турции. И сегодня в нашем обзоре двухкомнатные апартаменты, полностью готовые к проживанию, в комплексе с богатейшей инфраструктурой, расположенные в районе Кыргызжак. Давайте сразу немного о районе, а после ролика посмотрите отдельное видео о районе. Ссылка в описании. Это один из самых зеленых районов Алании с потрясающими пляжами и грядами Таросских гор, покрытыми одеялом хвойных лесов. Здесь зачастую строится элитное жилье. Район активно развивается и застраивается, и в ближайшем будущем он будет одним из самых востребованных из-за близости к аэропорту Газипаша. Этот район выбирают те, кто за газованным мегаполисом предпочитают тихий, спокойный отдых на золотых песках. Помимо этого, здесь есть вся необходимая социально-городская инфраструктура для комфортного проживания и летнего отдыха. Комплекс был построен в 2017 году известным застройщиком Турецкой Ривьеры на расстоянии всего 300 метров от Средиземного моря и личного пляжа по прямой дороге и 1 километра от центра района. А на его красивой ухоженной территории вас будет ждать 2 больших летних бассейна с детской зоной и аквапарком, баскетбольная площадка, теннисный корт, детская площадка, место для отдыха и барбекю, открытая и подземная парковка, зимний бассейн с джакузи, турецкий хамам, финская сауна, римская парная, фитнес-центр, кафе на территории, комната для детей, игровая комната, кинотеатр и многое другое. А сама территория находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Айдат за пользование инфраструктурой составляет 60 евро в месяц. Ну а наши апартаменты расположились на 2-м высоком этаже, по нашим меркам это 3-й. Они имеют площадь брутто 65 квадратных метров и планировку оптимальную 1+1. А внутри нас сразу же встречает небольшая прихожая. Здесь находится встроенный шкаф для верхней одежды и обуви с зеркалом. Справа ванная комната и электрический щиток с надежными автоматами Siemens. Примечание, в ванной уже установлена сантехника и стиральная машина, а прямо перед ней находится спальня. В ней уже установлена двуспальная кровать, вместительный шкаф-купе для одежды, а слева, посмотрите, нестандартные обои, а настоящее произведение искусства. А изюминкой спальни является, конечно, то, что она имеет свой небольшой французский балкон. Ну а самая большая комната апартаментов – это, конечно же, салон. Кухня американского типа, совмещенная с гостиной. Такая планировка отличается высоким уровнем функциональности при сравнительно небольшой площади. Посмотрите, как здесь прекрасно зонировано пространство. Место для готовки, для приема пищи и для отдыха в кругу семьи. Что касается готовки, то здесь уже установлен качественный кухонный гарнитур с гранитной столешницей, доводчиками на дверцах шкафчиков и подсветкой. А также полный комплект бытовой техники от Arçelik. Холодильник, посудомоечная машина, варочная поверхность, вытяжка и духовка. А в гостиной есть все для комфортного отдыха после насыщенного событиями дня в Алании. Огромный телевизор, журнальный столик и диван с USB для зарядки вашего телефона и регулируемым сиденьем. И настоящим преступлением было бы не рассказать вам об огромной террасе, выход на которую имеется из гостиной. На полу здесь лежит керамическая плитка, которая легко моется, здесь есть подсветка и установлена балконная мебель. А также отсюда открывается вид на бассейн, взрослые и детские, ваши дети всегда будут под присмотром, а также на красивую зеленую территорию комплекса. В просвете же между блоками даже виднеются холмы Таросских гор. Ну и наконец, апартаменты продаются от собственника, который решил сделать ваш переезд в Аланию максимально комфортным и беззаботным. То есть решил отдать всю мебель, бытовую технику, в общем, все внутреннее наполнение новым владельцам. Что касается отделки, то на полах постелена первоклассная керамическая плитка. Потолки подвесные с комбинированным освещением. Стены покрашены, на некоторых наклеены обои. В каждой комнате установлены кондиционеры, а также панорамные окна с надежными и экологичными алюминиевыми рамами, которые не выделяют токсичных веществ под воздействием солнца, а также на них стоят автоматические железные ролеты.
понравились апартаменты, тогда спешите заказать бесплатный ознакомительный тур от нашей компании. А если у вас пока нет возможности прилететь к нам, тогда закажите онлайн-просмотр или совершите покупку онлайн. Все это можно сделать на сайте restproperty.ru. Там же вы найдете еще больше информации о данном предложении. Номер объекта на сайте 7877. Или можно просто пройти по ссылке здесь или по ссылке, которую мы оставили в описании. Актуальная стоимость данных апартаментов со скидкой в 3000 евро составляет 91,5 тысячи евро. И да, RestProperty дает гарантию лучшей цены на рынке турецкой недвижимости. Мы не берем процент с покупателей. Именно поэтому наши клиенты всегда входят в элитный клуб владельцев недвижимости за рубежом без переплат. А если же вы всегда мечтали сами построить дом на берегу Средиземного моря или у подножия гор, то мы также оказываем услуги по застройке объекта недвижимости по эксклюзивным проектам заказчика. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе самых интересных и выгодных предложений. До встречи, друзья, в Алании!